С вами Антон Чали, и я расскажу вам сегодня, как стать феей. Наверное, вы хотите спросить у меня: Антон, что за видео ты снимаешь? Что это вообще, блин, такое? Но те факты и материалы, которые я нашел по данному вопросу, вызвали у меня тяжелейшую степень когнитивного диссонанса. Широким распространением зарубежных мультфильмов о феях дети начали чаще задумываться, как же стать феей. Представьте себе, многие сайты и видео в интернете отвечают на этот вопрос с полной серьезностью. И я выбрал три самых интересных и правдоподобных способов сделать это. Этот сайт называется советпрос.ру, и он предлагает нам следующее. Еще один легкий способ, как стать феей в домашних условиях. В широкую пиалу или чашку нужно поместить лед и подождать, пока он растает. Затем в ледяную воду на полминуты нужно опустить руку. Глаза нужно закрыть и вообразить себе свое превращение в фею с крыльями с определенной силой, а какой решаете вы. После этого руку нужно вытянуть и натереть ее шампунем или же сливочным маслом. Затем нужно сразу же смыть водой, той, в которой держали свою руку. Руки нужно потереть друг от друга 2 минуты. Через некоторое время вы превратитесь в фею. Вот такой вот способ по трансформации феи в домашних условиях. Если у вас ничего не получается с превращением феи, вы сможете в конце статьи обратить внимание на покупку феи. И кто знает, возможно, она вас и обучит всем тем способностям, которые они владеют. Действительно. Вот это меня просто убило. Надеюсь, вы не будете это повторять. В полночь, когда все лягут спать, встань с кровати и обойди комнату вокруг 3 раза. Затем произнеси волшебные слова 3 раза. «Царство Алфеи, милые феи, дайте мне силы, я вас попрошу». После этого тихо иди на кухню, старайся, чтобы тебя не видели, иначе магия слов пропадет. Включи газовую плиту, все 4 конфорки, но не зажигай ее, ты же не хочешь обжечься? Действительно. Затем также тихо иди спать. Когда ты уснешь, пойдет волшебный газ. Пока ты будешь им дышать, ты будешь становиться феей. А как проснешься, скажи: «Спасибо, Алфея, я стала феей», и ты станешь настоящей феей огня. Но если вы действительно хотите вызвать фею, вам нужна такая книга «Порождение тьмы». Вы загадываете какую-нибудь фею, она появляется, и вы спрашиваете нее, как стать такой же. Но это ведь намного лучше, чем открывать газ. Ваши комментарии с прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все фокусы подряд, их там очень много. С этой стороны вы можете подписаться на канал и не пропускать новые видео, которые уходят 2 раза в неделю. Целых 2 раза. Также, если вам понравилось видео, можете поставить свой царский лайк. Вам не сложно, а мне приятно. И написать какой-нибудь комментарий внизу, самый прикольный из них попадает сюда. Также мой совет: не верьте всему тому, что есть в интернете. И будете живы. И не открывайте конфорки с газом. Всем пока.